Телекомпания «ВИТ» представляет. Моя героиня считает, что история ее жизни только начинается. Мне показалось, что это не так. Хотя действительно, она еще очень молода. Мы встретились с ней на спортивной базе в Подмосковье, где тренируется женская сборная России по гимнастике. Ей всего 20 лет. Светлана Хоркина, чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр. Обладательница золотой олимпийской медали за упражнения на брусьях. Ее именем названы сложнейшие новые гимнастические элементы. Тренеры по спортивной гимнастике всего мира в деталях изучают каждое выступление Хоркиной, пытаясь разгадать секреты силы, грации и обаяния этой девочки из российской провинции. Девочки, которая родилась и выросла на окраине города Белгорода, где она еще совсем недавно носилась во дворе с мальчишками, втайне презирая собственные косы и бантики. На улице с утра до вечера я бегала с ребятами, играла в войнушки всякие, в казаки-разбойники. Какие только игры были, это можно было найти, разные игры. Я знала, что играла, будем говорить, мальчишеские игры. С девочками я никогда не общалась, потому что считала, что они немножко тупые. Хотя, наверное, сама такая была, я не знаю. Мне все время казалось, вот они с куклами этими возятся, что-то там причесываются в какие-то дочки-матери, играют. Это непонятно было для меня. Я все время что-то стрелять, строить, вот что-то вот было такое мальчишеское. И когда я уже ездила на тренировки, а когда если я приезжала на троллейбусе, там надо было идти вечером, если зимой через гаражи, очень страшно, меня ребята встречали, то есть я была под охраной, и мама была спокойна. Я всегда в целости и невредимости была доставлена к маме. Мы так привыкли к рассказам о неблагополучных семьях, что история Светиных родителей представляется каким-то исключением. Мама Любовь Алексеевна, медсестра в детском садике. Папа Василий Васильевич – рабочий. Они рано поженились, и их маленькая дочка Света ничем не отличалась от других детей. Кроме, пожалуй, одного. Ей было неведомо чувство страха. И стараясь как-то оградить своего ребенка от опасностей улицы, мама отвела Свету в секцию спортивной гимнастики. Говорят, что у Светы не было особенных данных для гимнастики. Она очень быстро росла, была нескоординирована, угловата, но она могла заниматься круглые сутки. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба, если бы не одно обстоятельство. На фанатично преданную гимнастике девочку обратил внимание тренер Борис Васильевич Пилкин. И, наверное, гадким утенком была, пока он меня не взял и не стал, вот как алмаз, делать грани, то есть раскрывать меня, придумывать. И так еще интересно получалось то, что я училась в школу во вторую смену. А во вторую смену была у него основная тренировка, за которую он получал зарплату. То есть мне надо было по-любому, чтобы я была, то есть тренировалась в первую половину дня. И он бесплатно очень много лет ходил и с одной мной тренировался. Может, из-за этого получилось что-то. И не из-за этого, а я думаю, это на самом деле. Потому что мне одной доставало все его внимание, все его мысли. А я просто с открытым ртом, грубо говоря, пожирала все его мысли, все, что он мне давал, пищу. И вот так получалось, что мы изучали элементы. Очень сложные элементы. Это заготовка была на то, что сейчас я делаю. Это столько лет раньше у него работали мысли. Это безумие какое-то, я не знаю. Он ставил тренировки как игры. То есть я не осознавала. Мы учим сложный, смертельный элемент, а я не понимала, ах, и он улыбается. Ну, вот так сделай, вот так вот там подойди, но то обрати внимание, и все у тебя получится. Я подходила, все получалось. Света всходила на гимнастический олимп стремительно, побеждая сначала на юношеских, а потом и на взрослых турнирах. Многолетний беззаветный труд тренера окупался старицей.
опыт приходил со временем. Я просто не могу посчитать, сколько в общем я прошла соревнований. Это невозможно. Я пыталась поначалу записывать, но это бесполезно. Бесполезно. А был ли страх перед каким-нибудь определенным снарядом, который давался меньше всего, и который ты, в общем-то, втайне, можно сказать, даже не любила? Ой, самое больное место – это у меня бревно. Бревно – это 10 сантиметров, в котором помещается только моя стопа. То есть, ой, до сих пор я его боюсь, то есть осторожно, вот, обхожу его, будем так говорить, вообще 10-й дорогой, лишь бы не идти на него и не тренироваться. Но это надо, это необходимо. То есть я иду не с таким желанием, как я иду на брусья. Это мой самый любимый снаряд. Если ты не будешь работать смело, ты никогда не устоишь на бревне. Каждая гимнастка слышит от тренера эти слова десятки, сотни раз в жизни. Цена ошибки здесь – это цена победы. Света говорила мне, что в ее жизни бывали целые периоды невезения, и она очень верит в спортивное счастье, верит в приметы и боится спугнуть удачу. Ну, удача. В чем заключается удача? Так как я живу только спортивной жизнью, то есть спортивная жизнь у меня прожита длинная. Настоящая жизнь, она только-только дает ростки. Если так взять образно, вот только-только начинает расти. То есть в спортивной жизни удача. Это я понимаю так. Во-первых, у меня сбылась самая моя мечта. Стать олимпийской чемпионкой. Но она сбылась не до конца. Так как я олимпийская чемпионка на брусьях. Это снаряд брусья. Мы говорили уже раньше. У меня есть другая мечта. Это выступить... в Сиднее, это в следующем году. Это моя будет вторая Олимпиада. И выступить достойно. Я считаю, что Хоркина – это фамилия уже достаточно известная, и она должна звучать, даже когда я закончу спорт. Но неудача. Неудача то, что я не попала на выпускной в школе. Это мелкие неудачи. Я думаю... большие неудачи – это в настоящей жизни, которые мне предстоит еще узнать. Но я надеюсь, что у меня будут такие же мелкие неудачи, как не попасть на выпускную в школе, в университете. И, конечно, не было у меня детства. Если так сказать откровенно, честно, я не могла поплакаться мамке в юбку, когда мне было трудно, когда меня обижали. Я не слышала мамкиных сказочек. Слова не в лобик, не чувствовала, когда я была вдали на сборах, когда я не могла заснуть. Порой этого не хватало. Конечно, сейчас бы не расплакаться, но в то же время я и приобрела что-то. Я стала очень самостоятельной с раннего возраста. Я благодарна Богу. В день нашего приезда у Светланы был выходной. Она не пошла на тренировку ради съемок, и мы гуляли с ней по подмосковному дачному поселку возле спортбазы. Для нее это было целое приключение, ведь ее жизнь с раннего детства подчинена жесточайшему распорядку, в котором просто нет места посторонним встречам, прогулкам, симпатиям. Мало кто знает, насколько велик дефицит общения у наших спортсменов. Они живут в замкнутом мире, со своим уставом, со своим кодексом чести. Они остро ощущают свою избранность и в то же время страдают от недостатка новых впечатлений. Столько лет уже я в одном и том же почти режиме работаю. Это мы поднимаемся без 15:07 утра, и полвосьмого мы встречаемся в зале спортивном. До без 15:09, до 9 у нас зарядка. После этого мы идем завтракаем, дальше у нас идет свободное время, можешь делать то, что угодно, спать, массаж, учить уроки, что-то писать, пойти позвонить кому-то. В 11 часов у нас опять встреча в зале, начало тренировки второй. Тренируемся мы до полвторого,
Ну, если какие-то проблемы, что-то не получается, можешь и до двух посидеть, ничего страшного. После этого идешь, обедаешь, и дальше у нас идет тихий час, как в садике. Ты можешь спать, ну, свободное время. Но мы в основном все спим, потому что безумно устаем. Дальше мы встречаемся в 5 часов вечера, в 17:00, опять в зале. Это уже третья по счету повестка дня в зал. И тренируемся до 7:30. После этого идем ужинаем, дальше свободное время до 11:00, до 10:30 вечера. В это время, если маленькие девочки, к ним приезжают учителя, они учатся, мы, взрослые, делаем пока массаж, можем сходить в бассейн, в баньку, потом пописать что-нибудь, послушать музыку. В общем, свободное время. Вот. И за дня в день. Выходное воскресенье. Интересно, как вы будете себя чувствовать после такого режима? Конечно, голова съедет. А сердце? Сердце. Сердце. Да не знаю, пока стучит. Для того, чтобы стать чемпионкой мира, первой в мире, нужно иметь за душой еще что-то, кроме прекрасно тренированного тела и отточенной пластики. У Светы это что-то, безусловно, есть. Делали тебе когда-либо предложение руки и сердца? Я припоминаю, что это было такое, да, было. И что? Я еще маленькая. То есть я хочу выбрать того человека, которого... в котором у меня не будет сомнения. Я хочу на всю жизнь. Не знаю, получится, не получится. С теперешней жизнью, что сейчас есть... Я, конечно, вряд ли сомневаюсь, поэтому я не собираюсь рано расписываться. То есть, если вдруг я полюблю человека, я даже буду с ним жить. То есть, пока я не почувствую, что, наверное, нам нужен ребенок, и тогда можно расписаться. Вот, наверное, вот такие у меня понятия. Вот такая трезвая и практичная, она буквально завораживает своим шармом трибуны. Сотни тысяч зрителей. Но если такая ситуация происходит, вот скажи, если бы ты встретила вот такого человека, о котором ты говоришь, которого бы ты вдруг поняла, что ты его любишь, и, предположим, ты встретила бы его завтра, послезавтра, скоро, ты могла бы бросить гимнастику ради него? Да, чудеса, конечно, бывают. Вообще-то я завтра должна лететь в Минск. Там этот человек, который, я думаю, что он меня любит. Просто безумно любит. Я не думаю, я просто знаю. Но я, наверное, завтра не полечу, потому что я безумно устала. И у меня скоро соревнования. Из-за этого я не полечу, наверное. Понимаете? Поэтому идет вывод, то, что ради него... Ради того человека, если я его встречу завтра. Если он попросит, я не смогу бросить гимнастику. Потому что у меня есть цель. Моя цель. Я хочу доказать, что я могу. Я сама могу. Я могу на вторую Олимпиаду. А нет такого страха? Правда, сейчас он, наверное, еще рановато для его появления. То, что я останусь одна? Не то, что одна, а просто, что вот... Цель, еще цель. И отказ от чего-то, от кого-то. Я не боюсь этого. Ну, останусь я старой девой, ну и что? Зато я буду горда за себя, то, что я сделала, то, что поставила перед собой цели, то я и сделала. У меня цель построить дом. У меня цель купить квартиру, допустим. У меня очень много всего, что я надумала. И я хочу, я независима. Я не хочу не зависеть ни от кого. Поэтому, наверное, я не хочу... выходить замуж рано. То есть я хочу, чтобы у меня все было, и я ни в чем не нуждалась. Я не хочу зависеть от мужчины. Не хочу. Хотя иногда не хватает, что бывает трудно, и хочется прям кому-то так опереться в плечо, сказать, мне так плохо, пожалей меня, пожалуйста. Где может встретиться спортсменке ее избранник?
только на гимнастическом помосте, в спортзале. И будут мгновения радости, а потом снова сборы, турниры, расставания. Можно было сделать над собой такое усилие, все-таки встать завтра утром и полететь в Минск. Но я, наверное, очень устала, потому что я не могу. Но он меня не осудит, и он меня поймет. Потому что я думаю, мы еще встретимся до Нового года, и, возможно, будем исправлять Новый год вместе. То есть миллениум. Все-таки 2000 год. Не знаю. Может, это будет переворот. А представьте, вот после этой передачи, что мы снимем, через некоторое время увидите где-нибудь в газетах или по телевидению, Хоркина выходит замуж. Смешно будет, да? Покажи, пожалуйста, руки свои. На уровень лица вот так. А какой? Такой стороной. Вот такой стороной, да. Такой стороной. Теперь опускай. А такой не покажу, потому что там мозоли. От чего? От брусьев. Но, насколько я понимаю, ты не должна была и такие ногти длинные носить, ведь это невозможно. Как на брусьях можно работать и вообще на других снарядах такими ногтями? Ну, вообще, конечно, это невозможно. И, может быть, я думаю, даже когда-нибудь будет запрещаться. То есть есть определенные правила для гимнастики. Mm-hmm. Нельзя носить сережки, то есть выступать в сережках, нельзя выступать в цепочке, нельзя выступать в кольцах. Так я и думаю, когда-нибудь сделаю это с маникюром. Но для меня маникюр – это сейчас мой имидж. То есть если у Хоркина нет маникюра, это не Хоркина. И они меня много раз спасали, потому что у меня есть на брусьях такой элемент, который бывало я хватаюсь просто на пальцах. Но я считаю, маникюр меня спасал, и я не срывалась, не падала. Я им очень благодарна, я очень слежу за своими ногтями, и я их очень люблю. Свет, как ты относишься к проигрышам вообще? Нужны они? Болезненно. Болезненно отношусь к проигрышам, потому что, в общем-то, я постоянно выигрывала. Но, как я думаю и считаю, и уже не год так считаю, что проигрывать надо тоже уметь. То есть надо выходить из игры, если ты проиграл достойно. Это тоже надо уметь. Это большое искусство. Слава богу, я такая артистка, что научилась. Да, она артистка. А вот эти снимки в свое время произвели фурор в спортивном мире. Российская гимнастка позволила себе сняться для журнала «Playboy». Вообще давнишняя история. Просто когда я давала интервью, я говорила, что да, я хочу сняться в каком-то журнале. Для меня это так интересно. На самом деле было интересно. Ни за каких, ни финансовых, ничего мне это не интересовало. Мне было интересно, как я выгляжу. Я буду выглядеть так же красиво, как выглядят эти девушки на страницах журнала. Ну и так получилось. Это происходило чемпионат России в спорткомплексе Олимпийском весной. Ко мне подошел редактор, еще тогда бывший редактор «Плейбоя» Рэм Петров, и предложил: хочешь? Хочу. Ну все, мы созвонимся, когда у тебя будет время. Мы созвонились, я имела 2 дня свободных, я приехала в Москву, и мы сняли. Правда, с утра до ночи была работа, и я поняла, как это трудно. Я просто думала, это так, тепляк. Я имела опыт, то есть это было так интересно. У меня светлые воспоминания. Со мной прекрасный фотограф работал, Тимур Гриб. Со мной был прекрасный визажист. То есть я чувствовала себя как дома. Не считая то, что я была до пояса раздета. Тебя это не смущало? Нет. То есть это было нормально. Такие условия были, такая атмосфера. Ты приняла это решение единолично, я имею в виду сниматься в «Playboy». А как отнеслись к этому твои родители, родственники, друзья, подруги? Когда я маме сказала, есть на журнале, она раздета. Я: не, мама, одета, все нормально. Там одежду рекламировала. А потом, когда я ей показала этот журнал, она открыла, такая: о, красиво. И закрыла. И все. Говорят, что Светин папа более жестко среагировал на эту публикацию. Но что делать? Девочка выросла и по-прежнему не ведает страха. Они давно живут разными жизнями, хотя и стараются поддержать ее, как могут. И родители, и младшая сестра Юля, тоже гимнастка.
Ты любишь одиночество? Иногда, да. Когда мне плохо, я стараюсь уединяться и просто, чтобы меня никто не трогал, подумать, осознать то положение, в котором я оказалась. Но бывает тогда, когда я все-таки мне хочется побыть в компании. Просто я побуду в компании, но я буду молчать, сидеть, слушать их, чтобы отвлечься от своего. Она израсходовала столько сил и нервов за свою спортивную карьеру. Она столько раз переживала минуты отчаяния и безумную радость победы, что невольно думаешь, как она восполняет эти потери, на что опирается. Я знаю, у Светы есть мечта – приехать хоть ненадолго домой. Значит, это выглядит так. Я еду на поезде, просыпаюсь рано, ну и у нас приходит поезд очень рано в Белгород. Я, значит, вот так еду, и уже на подъезде в город у меня просто какой-то мандраж начинается. Ой, меня аж сейчас так немножко передернуло. Вот какое-то тепло разливается по всему телу. Я знаю, что я приезжаю в свой любимый город, который меня любит, ценит. И я знаю, что меня встречает мама, папа и сестра. Это те люди, без которых я не смогу жить. Просто не смогу жить. Я приезжаю, естественно, они меня встречают. То есть, если я долго не бываю, просто все плачем. Но это не знаю, это не то, что я хочу плакать, я плакса. Я не могу удержаться. То есть, я расслабляюсь. Это расслабление душевное. Я знаю, что мне не надо ни от кого ограждаться вот так. То, что мне мама, папа, сестра не обидят. Вот это чувство безопасности, которое дает ей дом, оно для нее редкость, подарок, счастье. Она возвращается домой 5-6 раз в году, не больше. А остальное время – это казенные вещи, обеды в столовой и гостиничные номера по всему миру. Чего ты хочешь в результате добиться? Стабильности. Чтобы я была уверена в завтрашнем дне. Все. Ну, конечно, если можно назвать много. Я хочу, чтобы я была счастлива. Я хочу, чтобы... Вот самое первое, чтобы я хочу, чтобы у меня родители просто прожили долго. Как можно дольше. Вот сколько можно, все вот просто до мизера, чтобы они выжили из своей жизни, что им предназначено Богом. Это самое первое желание. Второе, чтобы у меня сестра выучилась. Закончила университет. Ну, конечно, поступила, потом закончила. Чтобы она была счастлива. У нее семья была. Она была счастлива со своей семьей. У нее был хороший муж. Она имела все, что надо в жизни. Ну, а я уже потом и себе пожелаю. Это уже не важно. Светлана Хоркина – звезда. И как у всякой звезды, у нее есть свои поклонники. Ей дарят цветы, пишут письма. К ней вообще очень хорошо относятся люди. Поздно вечером, сидя в ее маленькой комнатке перед нашим отъездом, я думала о том, как странно мы воспринимаем нашу жизнь. Светиного опыта преодоления, победы над своей слабостью хватило бы на несколько десятков обычных житейских судеб. К 20 годам она научилась быть первой. Всегда первой. Дай Бог, чтобы это не помешало ей дальше. Как, впрочем, и всем остальным, кто прошел через большой спорт. Всем, с кем я здесь тренируюсь, вот я хочу, чтобы каждый закончил живой и невредимый. Через некоторое время, что мы не виделись, да, некоторое время, энное время, может, долгое время, и потом просто собраться всем, кто с мужем, кто с детем, кто с детским садом, я не знаю, как будет. Я просто так сесть и поговорить, у кого что было, кто сейчас занимается чем-то. Я хочу, чтобы у всех было хорошо. Потому что кто здесь прошел вот этот спортивный путь, это очень трудно. Очень трудно. Я надеюсь, что, конечно, будут трудности в настоящей жизни, но чтобы они были приятными, и они уже проходили не одни, а чтобы был кто-то любимый и рядом с ними и помогал постоянно. Я так это хочу всем, кто здесь вот это... находится здесь.
Ты сейчас сказала странную такую фразу, знаешь, чтобы им было хорошо, чтобы у них были близкие люди в настоящей жизни. А тебе кажется, что все-таки эта жизнь немножко не настоящая, и настоящая начнется вот-вот? После гимнастики. После гимнастики.